Ассортированная коллекция от голландцев, если обратите внимание, называются они интересно Кавказ, Минск, Сочи и Владивосток. Они только появляются у нас на сайте. И вот такие внутри у нас луковицы. Как их садить? Вы получаете упаковку. Мы фасуем луковицы Владивосток по 5 штук. Вы достали луковицы из упаковки. Сняли с нее вот эту защитную рубашечку, полностью распаковали до росточков. Замочили в растворе фунгицида на полчаса. Подойдет любой раствор, даже марганцовка светленькая. И положили на сухое место высыхать. Вот иногда вот такие вот у вас налет образуется на луковичках. Это потому, что она была в закрытой среде, шла до вас. Это не страшно. Мы перед упаковкой их обрабатываем. Вот вы после получения их также распаковали, раскрыли, протравили полчаса и положили высыхать. После высыхания они у вас остаются в тепле для проращивания.